Рыба-кит. Папа рисует. Угадайка. Добрый день, друзья. Правила игры для новеньких. Я начинаю рисовать, а вы стараетесь угадать как можно скорее, кого я рисую. Сегодня тема рисунков – домашние животные. Вот я уже нарисовал полосочки и загогулинки. Еще немножко полосочек. Опа, треугольничек. Затрудняюсь сказать, что это такое. Длинные палки. Похоже на усы. Маленькие колючечки. Колючечки похожи на коготочки. Я немножко подсказываю. И он улыбается. Догадайтесь, ребята, кто это такой? Появились лапки и глазки. Ну, теперь уже все догадались. Это кот. Мяу. Следующее домашнее животное будет угадать легко. Вы его все хорошо знаете. Маленькая загогулинка, ряд полосочек и что-то похожее на хвостик. Что же это может быть? Дай-ка подумать. Мне кажется, это глаз. А это лапа? Точно, это лапа, а это хвост. Появился нос и морда. Теперь, я думаю, все догадались, кто это такой. Четыре лапы, пятый хвост. Барбос. Гав! И третья по счету загадка на сегодня. И это сложная загадка. Догадаться, что это за кружочки, не каждый сможет. Тоже непонятно. Очень сложно. Это похоже на глаз, но как-то не очень. Перышки и хохолок. Возможно, это что-то пернатое? Наверняка появляется еще части тела. И перышки, мне кажется, все догадались. Это попугай. Попка-дурак. Кр-кр-кр. Угадать, какое животное будет следующее, совершенно невозможно. Не каждый домашний питомец похож на него. Круги и овалы. Какие-то бесформенные формы. Но видно, что здесь есть глазки и лапки. Дай-ка подумать, что же это такое? И она улыбается. А у каждого ли есть такое животное дома? До сих пор не догадались, кто это такой? Посмотрите, сейчас появится голова. Теперь каждый догадается, что это черепаха. Ну как говорит черепаха, неизвестно. Мне кажется, она немая. И пятая загадка. Вначале кажется, что это легко. Хвостик, глазик, носик. Догадались? Зубки? Живет ли у кого-то такое дома животное? Неизвестно, что это такое. Лапа? Еще лапа? И... А оно, мне кажется, пушистое. Опа! И появляются ушки. Ушки на макушке. Конечно же, это кролик. И он любит морковку. Наверное. Тем временем переходим к шестой загадке. Надо признаться, что здесь я могу ошибиться. Я рисовал одно животное, а вы можете подумать про другое. Ну, продолжим. Ушки, глазки и носик. Улыбается. Какой милашка. Кто? Кто это такой? У вас есть предложение? Крыса? Мышь? Может быть, это морская свинка? Я рисовал хомячка. Маленького пушистого хомячка. Но если он похож на морскую свинку, а вы подумали, что это он, тогда вы угадали. Домашнее животное для любителей расслабиться. Догадайтесь. Зигзаг, еще зигзаг. Этот кружочек, наверное, глаз. Здесь полосочки. Это шерсть?
тоже непонятно. Еще зигзаги. Домашнее животное не похоже на домашнее животное. Где хвост, где руки, лапы? Догадались? Да, это рыба. Рыбы – это тоже домашние животные. Их держат в аквариумах. Загадки на сегодня закончились. До свидания, ребята. Рыба-кит. Большой канал для самых маленьких. Ждите новые серии угадайки или смотрите другие ролики на нашем канале, как рисует маркер Zoom или про 5 кошек. Подписывайтесь и рисуйте с друзьями.